Мы на стадионе Страйкерленд. Угроза у ворот хозяев поля. Вратарь Страйкеров Биг Босс легкостью отбивает мяч. Блок принимает. Мяч у Расты, капитан команды. Опасный момент. Пас Тайгеру. Кул Джо. Передача на левый фланг. Посмотрим, как сыграет Кул Джо. Невероятно! Какая техника! Он будто танцует! Эль Матадору повезло, что у него такая большая голова. Точно! Кул Джо – мастер навесов. Задача нападающих – быть в нужном месте в нужное время. И мяч снова у Кул Джо. Пас получи. Мяч уведи. Врага обхитри. Вратаря отвлеки. Мой мяч. Великолепно. Гол! И вновь спасибо, Кул Джо. Мы с Эль Матадором забили только благодаря идеальным передачам этого парня. А вот и сам король навесов. Джо, можно на пару слов? Ну, разумеется. Мистер Джо, в чем ваш секрет успеха? Все дело в ритме, Бен. В каком таком ритме? Перед матчем я кое-что делаю, но это секрет. Бросьте, Джо, фанаты хотят знать. Давай, Кул Джо, раскрой секрет, пожалуйста. Уговорили. Я слушаю одну пластинку, чтобы настроиться на игру. А как она называется? Прости, брат, этого я не могу сказать. Зато я могу пригласить всех вас в мой клуб Кул Джо. Приходите! По средам у нас особое меню, по четвергам женский день. Будет жарко, у нас собираются все красотки города. Не упустите свой шанс. Что ж, вы слышали. Кул Джо – самый крутой игрок Суперлиги. С такими футболистами страйкеры должны без труда обыграть клуб Техникали. Передаю слово студии. Роб? Больше Кул Джо не будет таким крутым. Я выясню, что это за песня, и мы сокрушим страйкеров. Что это? Прости, но это личное, брат. Так ты серьезно? Пластинки? Эй, переходи на цифру. У меня здесь 500 песен. Да, но мне нужна только одна. Так что пусть будет винил, Шейкс. Проверка. Раз, два, три. Что за песня? Покажи. Ой. Извините, я не нарочно. Даже не верится. Я тусуюсь с суперстрайкерами. Да, тут классно. А ты неплохо танцуешь. Эй, гляньте туда. Эй, Джо, как ты это делаешь? В общем, ритм – это главное. Кстати, никому не говори, что ты был здесь. Ого! Суперское место! Да, я собираю их с самого детства. Лава-лампа? Ага. Взгляни-ка на это. Пластинки? Ты слушаешь винил? Друг, ты отстал от жизни! У меня есть цифра... Не нужно мне ничего цифрового. Все, что мне нужно, здесь. Это она? Секретная пластинка? Да. Она у тебя одна? Конечно, нет. 7 лежат здесь, и еще одна у меня дома. Я слушаю ее по утрам перед матчами. Я посмотрю? Даже не знаю. Да брось, пожалуйста. Ну, ладно, но только потому, что ты знаешь толк в музыке. Попался. Веселье начинается. Для человеческого уха разница неуловимая. Но мозг воспринимает ее на подсознательном уровне. Он точно не заметит разницу. А, он же сказал, разница несловимая.
Вы бы хоть изредка книжки читали. Тихо! Смотрите и учитесь. Теперь от Кул Джо не будет никакого проку. Игра. Пора подзарядиться. Пас получи, уведи, обхитри, отвлеки. И мы на стадионе Страйкерленд. Суперстрайкеры против клуба Техникали. Раст атакует на левом фланге. Мяч у Кул Джо. Сначала пас получи, потом... Что с Кул Джо? Такие промахи ему не свойственны. Согласен. Наверное, он еще не проснулся. Но возможность упущена. Работает. Кул Джо сбился с ритма. Со мной что-то не так. Давай, навешивай! Уведи, отвлеки, отвлеки! Что такое, Скул Джо? И матч заканчивается ничьей. 0-0! Надеюсь, на следующей неделе нас ждет более интересная игра. Конечно, если к тому времени Кул Джо успеет прийти в норму. Готовьте симулятор. Нам предстоит много работы. Мой план сработал идеально. Второй матч мы выиграем. Что случилось? Сегодня же воскресенье. У меня для вас сюрприз. Надеюсь, это завтрак. Умираю от голода. Скоро увидите. Мы должны были обыграть Техникали, но допустили много ошибок, поэтому сегодня мы здесь. Это наш новый тренер, игровой симулятор. Компьютер проанализирует ваши достижения, скорость и технику. Симулятор автоматически подстраивается под каждого игрока. Остановитесь вы, остановится он. Ваша задача — сохранять контроль над мячом. В конце вы должны попасть в одну из этих... красных мишеней на табло. Машина посчитает баллы и покажет, насколько вы готовы к игре. Все ясно? Хорошо, что я успел послушать свою музыку. По-моему, это легкотня. Похоже на мою танцевальную видеоигру. Легкотня, значит? Что ж, тогда ты первый, Тайгер. Да запросто. Да! Да! Давай!
Да, ты готов к матчу. Спасибо, тренер. Кул Джо, ты следующий. Получи, уведи. Получи, уведи. Получи, уведи. Обхитри, отвлеки. Получи, уведи, отвлеки. Нет, обхитри, отвлеки, уведи. Поверить не могу. Ерунда какая-то. Все хорошо? Что случилось? Не знаю, что-то не так. Может, пересидишь на скамейке? Я в порядке, тренер. Продолжаем. Шейкс, вперед. Я больше не чувствую ритм. Как же я теперь буду играть? Мы глазам не поверили. Он был сам не свой. Без паники. Мы выясним, в чем дело. Спасибо, но времени почти нет. Извини, мне пора. Не волнуйся. Я разберусь. Он был в порядке, но... Есть идея. Детектив Спенза спешит на помощь! Шейкс оставил тут телефон. Мы закрыты. Знаю, но Кул Джо разрешил. А он сказал, скажи Стиви, чтобы он пустил тебя. Это ты, Стиви? Да. Тогда скорее впусти меня! Мы на стадионе Страйкерленд. Сегодня здесь собрались тысячи болельщиков. Кто же одержит победу? Суперстрайкеры или техникали? Что бы он ни делал, надеюсь, поможет. Он не дает мне мяч, я не забиваю. Все плохо. Давай, Спенза. Не входить. Но детективу-то можно. Обыграть непобедимых им будет непросто. А теперь поговорим о страйкерах и о самом популярном игроке Суперлиги, легендарном Кул Джо. Сможет ли он оправдать ожидания в сегодняшнем матче с Техникали? Скоро все узнаем. Это странно. Бинго. Ну же. Получи, уведи, обхитри, отвлеки. Получи, уведи... Спенза, ты что-нибудь узнал? Да, с ним все нормально. Здорово. Ты уверен? Я знаю, кто его подставил. Это был... Алло? Спенза, алло! Как нет денег? Только не это! Мне срочно нужно на стадион! И матч начинается! Суперстрайкеры против клуба Техникали! Надеюсь, на этот раз Кул Джо не подведет команду. Кул Джо, главное, не волнуйся, все получится! Кто сказал, что я волнуюсь? Я в норме! А сейчас отстань от меня и жди передачу! Не переживай, бро. Он не со зла, я уверен. Что ж, вперед! Мы должны выиграть. Да, капитан. Кул Джо! Я в порядке, Раста. Шейкс просто хотел помочь. Ты его кумир. Знаешь, первый шаг к решению проблемы – признать, что у тебя проблема. Раста, я потерял чувство ритма. Ничего не выходит! Он вернется, бро. Я в тебя верю. Просто постарайся. Как только смогу, отдам голевую передачу Шейксу. Другое дело, бро.
Победа витает в воздухе. Давай, давай! Я должен успеть до конца матча! Кул Джо показывает не самый лучший футбол. Раста проходит центр поля. Мяч у Кул... О! Попытка номер два. И снова потеря мяча. А? Кул Джо, я открыт! А? Безнадежно. Мяч у капитана Страйкеров. Но уже слишком поздно. И первый тайм подходит к концу. Останется ли Кул Джо на поле во втором тайме? Может, моя песня больше не работает? Я слушал ее дома перед первым матчем. И перед тренировкой на базе. И сегодня тоже. Но все напрасно. Остался один способ. Если и он не поможет, на карьере футболиста можно ставить крест. Запасной вариант на крайний случай. Так гораздо лучше. Да, вот так. Круто! Ха-ха! Посидишь на скамейке запасных. Оно вернулось! Мое чувство ритма! Не могу рисковать. Нам нужна победа. Тренер, он не шутит. Это правда. Видите, он снова танцует. Тренер, если мы не забьем в первые 5 минут, я сам попрошу замену и уйду с поля. Надеюсь, я не пожалею. Вот-вот начнется второй тайм. Вопрос в том... Выйдет ли на поле Кул Джо? Мяч у Расты. Отлично, очередь Кул Джо. Сначала пас получи. Ух ты! Хорошее начало! Потом мяч уведи. Врага обхитри. Вратаря отвлеки! Кул Джо навешивает в центр. Гол! Нет, 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 нет! Этого не должно было случиться! Похоже, да, король навесов, да, вернулся. Билет. У меня нет билета. Без билета нельзя. Послушайте, мне очень нужно попасть внутрь. Кстати, Шейкс – мой близкий друг. Не сомневаюсь, но без билета не пущу. Что же мне делать? Не хотел бы я оказаться на месте ребят в желто-синей форме. Красно-белые не оставляют им ни единого шанса. И снова гол в ворота Техникали. Во втором тайме левый фланг Страйкеров сыграл безупречно. Кул Джо был на высоте. А Шейкс записал на свой счет еще 3 гола. Увидимся на следующей игре. До скорой встречи. Ребята! Пластинки подменили, поэтому ты сбился. Мы знаем Спенза. Кул Джо сам догадался. Если б только знать, кто это сделал. А? Так это он подменил пластинки. Я нашел жучок у тебя в комнате. Он установил его на вечеринке. Вот как значит. Эй, Шейкс, прости, что сорвался сегодня. Я знаю, ты хотел помочь. Ты дал мне забить 3 гола. Этого достаточно, но... Будь у тебя цифровой плеер, ничего подобного вообще бы не случилось. Ты что, правда хочешь, чтобы я выбросил все свои пластинки? Не дождешься! Тайгер пасует Расте. Кул Джо. Шейкс открыт.
Шейкс падает! Нарушение правил. Впереди у страйкеров два сложных матча. Сначала с Палме, потом с непобедимыми. Мы видим, как переживает за команду тренер. Мимо! Юный нападающий не попадает в ворота, и тренер явно недоволен. Но что это? Не может быть! Может, Мак. Идеальный парашют. Гол! Потрясающий гол! И всего за 2 минуты до конца игры! Тренер! Тренеру плохо! Что? Тренер! I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. It's 1, 2, 3. Спасибо за интерес к моей команде, мистер Краковский. Но я не уверен, что вы готовы тренировать команду Суперлиги. Что ж... А главное, непобедимым сейчас не нужен тренер. Из-за неожиданных проблем со здоровьем, тренер страйкеров не сможет подготовить команду к следующим 2 играм. Кто же будет тренировать суперстрайкеров перед матчами с клубом Палментьери, а затем с непобедимыми? Стойте! Кажется, у меня найдется для вас работа. Тренировать непобедимых – это моя мечта. Нет. Я предлагаю вам тренировать страйкеров. Но работать вы будете на меня. Задание простое. Сделайте так, чтобы страйкеры плохо сыграли против нас. Ну, что скажете? Да, резюме у него неплохое, но... Я сказала, никакой работы и стресса. Я говорил с... Никакой работы, значит, никакой работы! Никакого стресса, значит, никакого стресса, ясно? Вы должны забыть о футболе, забыть о суперстрайкерах, и вы должны поесть. Я не могу! Нет, можете и будете. Да, резюме у него неплохое, но... А? Что ж, вы слышали? Давайте позовем этого типа Краковски. Да. Тренер говорит, он неплох. Зигр! Ты прав, Блок! Слово тренера закон! Ладно, наймем его. Итак, это и есть легендарная тренировочная база суперстрайкеров? Ничего подобного я не видел много лет. Правда? Это наше новое изобретение. Игровой симулятор. Да, конечно. А его я вообще никогда не видел. Ну что, начнем, пожалуй? Игроков вы знаете. Это Блок, Биг Бо, Норд Шо, Эль Матадор, Тайгер, Кул Джо и Шейкс. В матче с Палме мы сделаем ставку на организованность. Сперва наденьте это. Защитники, полузащитники и так далее. А я-то думал, наш тренер странный. Эль Матадор! Стой! Тренер, я хотел бы с вами поговорить. Да? Не хочу вас обидеть, но такие тренировки не подходят под наш стиль игры.
Правда? Вы так думаете? Все это как-то неправильно, тренер. Неправильно ставить под сомнение мои решения. Если вы мне не доверяете, зачем мне тогда вас тренировать? Вы будете делать то, что я скажу, и это не обсуждается! Тренер? С этим Краковски что-то не так. Шейкс, у каждого тренера свои методы. Вы должны доверять Краковски. У него могут быть хорошие идеи. Но он не учитывает наш стиль. Иногда странные методы дают на поле наилучший результат. Вы правы. Спасибо. Если вы будете играть как Краковски, продуйте и Палме, и непобедимым. Ты прав, Спенза, но мы должны дать ему шанс. Может, он классный? Ну? Пока все идет по плану. Отлично. Наша тактика приведет суперстрайкеров к провалу. Завтра они проиграют Пальментьери, а потом непобедимым. Кубок Суперлиги будет моим! Суперстрайкеры выбрали очень странную тактику в матче против Палмы. Держать строй! Не нарушать расстановку! Ха-ха! Спокойнее, мистер Краковски. Вы же не хотите попасть в больницу? О-хо-хо! Биг Болли с большим трудом удается спасти команду от гола! Если мы будем так играть дальше против непобедимых, нам не устоять! Эй! В следующий раз пасуй Шейксу! Похоже, новый тренер страйкеров явно упустил что-то важное. Мяч снова у Пальментьери. Смогут ли они извлечь пользу из тактического промаха страйкеров? Гол! Дон Альдо! Защитники страйкеров даже не страхуют друг друга. Это безумие! Даже не верится, что ваша команда – главный претендент на титул в этом году. Я абсолютно спокоен. И страйкер уступает Пальментьери со счетом 2-0. Если страйкеры хотят получить титул чемпионов, Краковски стоит получше подготовиться к игре с непобедимыми. Послушайте, ничего страшного, иногда так бывает. Все не так плохо. Мы играли как команда любителей. Джентльмены! Как ваш новый тренер, я обещаю, мы в совершенстве овладеем новым стилем игры. До матча с непобедимыми. Тогда нам нужно овладеть им завтра. Нет-нет, завтрашняя тренировка отменяется. Сегодня была сложная игра. Вам нужно отдохнуть. Не знаю, что вы задумали, но я это выясню. Привет, Шейкс. Неудачная игра? Ха, да. Слушай,
Нам нужно кое-что разузнать. Я весь внимание. Краковский будто хочет, чтобы мы проиграли. Я должен знать, почему. Ага. Выясни, что к чему, и поговори с тренером. Для детектива Спензы нет ничего невозможного. Спенза, у нас нет времени. Сегодня игра. Ты что-нибудь узнал? Шейкс, я следил за ним 2 дня. Этот парень чист. Подожди минутку. Шейкс, я перезвоню. Отлично. Если страйкеры и сегодня сыграют так же плохо, как на прошлой неделе, мы точно победим. Есть. Ай. А? Ах ты маленький, отдай сейчас же. Даже не ушибся. Там кто-то есть. Точно, негодяи. Нужно сказать тренеру. И мы на стадионе Страйкерленд. Готовы ли суперстрайкеры к встрече со своими давними врагами, непобедимыми? Мой план сработал идеально. Краковский уничтожил все, чего добился бывший тренер суперстрайкеров. Сегодня мы выиграем. Обязательно. Ха-ха-ха. Будем надеяться, что у Краковский есть новый план. Время пришло. Сегодня важный матч. Последняя игра не удалась, поэтому на этот раз не отступайте от плана, а не то... Почему-то суперстрайкеры больше похожи на солдат, чем на футболистов. Вернись в строй! Видите? Этого бы не случилось, если бы вы сохранили строй! Ха! Они все в центре! Обойдем их с фланга! Ха! Потрясающий удар от Скарры! Ха-ха-ха! Да! Счет 2-0 в пользу непобедимых. Слушай меня, Раста! Если ты еще раз выйдешь из строя, я тебя заменю! Краковский хочет, чтобы мы проиграли. Знаю, бро. И кажется, у меня есть идея. Я уверен, что мне не нужна операция. Да. Тренер, это я, Спенза. Шейкс велел показать вам. Срочно. Отлично. Если страйкеры сегодня... Если они так и будут играть дальше, непобедимый их просто уничтожит. А у меня что-то на лице? Эти новые комбинации – тактика для команды. Передай их Расти как можно быстрее. На кону наша победа. Уже бегу, тренер! Суперстрайкеры! Детектив Спенза спешит на помощь! Стой! Стой! Телевизор! Игра! Я знаю, это важная игра. Но вы так хорошо себя вели. Можете посмотреть, если хотите.
Эй! Откройте эту дверь! Сейчас же! Мы пытаемся. Да, похоже, замок заело. Впустите меня! Привет! Что вам тут надо? На, ничего. Я из службы доставки. Доставки? О! Это возмутительно! Маленький подарочек от тренера. Почему мой весь в пятнах? Шейкс был абсолютно прав. Краковский работает на непобедимых. Больше Краковский не слушаем. Теперь будем играть по-нашему. Как суперстрайкеры. Раз, два, три. Суперстрайкеры! А у меня есть маленькая запись, которую я хочу показать после игры. Простите, что так получилось. Да уж, эту дверь реально заклинило. Не волнуйтесь, я им сказал, держим строй. Следуйте плану! Или мне конец! То есть, нам конец! Отойдите назад. Вот теперь я узнаю свою любимую команду. Великолепная техника и чутье. Гол! Страйкеры отыгрывают один мяч. До ничьей остался один гол и всего два до победы. Страйкеры сравнивают счет! Да, чтобы тренер Краковский не сказал им в перерыве, это работает! Отлично! Молодцы! Но, может, попробуем? Да-да, тренер, без проблем. Держитесь вместе и слушайте свое сердце. Я не могу слушать сердце, пока рядом Краковский. Но что если... Дайте ему время. Он сорвется. Вот прямо сейчас. Что вы делаете? Тренер, уйдите с поля. Шейкс, что ты делаешь? Что? Нет, не может быть. Я просто... Досмотрите игру с трибун, тренер. Нечасто тренера удаляют с поля. Нет, последний раз это было... В общем, это было давно. Шейк спасует Кул Джо. Была не была. Гоу! И благодаря Шейксу суперстрайкеры одерживают заслуженную победу. Матч заканчивается со счетом 3-2 в пользу страйкеров. Ты уволен! Подождите-ка. На табло что-то показывают. Отлично. Новый тренер суперстрайкеров на самом деле работает на непобедимых? Плохо, на что? Неделе. Ого, это же скандал! Поздравляю с волевой победой! Без тренера мы бы не справились. Я не знал, что это заслуга Краковски. Да я не про Краковски. Я про вас. Гол! Шейкс забивает второй мяч. Страйкеры не оставляют гидрам ни единого шанса.
Отличная техника. Эль Матадор обходит защитников. Гол! Вот почему в последнее время суперстрайкеры – один из лучших клубов Суперлиги. Эй, кулак, знаешь что? Что? Ты похож на Биг Бо, парня в телеке. Что, правда? Да, смотри. Я это слышу с тех пор, как играю в любительский футбол. Ты играл в футбол? Потрясающий сейв! Удастся ли суперстрайкерам сыграть на ноль? Страйкеры снова одерживают сухую победу. Не люблю, когда противник забивает мяч в мои ворота. Кулак, может тебе вступить в тюремную команду? А? Ты там пригодишься. Ты раньше играл и все такое. Кстати, Биг Бо обещал потренировать нашу команду. Он будет страшно... рад знакомству с двойником. Пожалуй, стоит записаться. Спасибо, что приехали, Биг Бо. Не за что, сэр. О, привет. Я Биг Бо. О, привет. Я Биг Бо. Рад встрече. Он же вылитый. Я знаю. Как две капли воды. А я думал, я такой один. Ладно, мне нужен доброволец. Все, на сегодня хватит. Перекличка через 5 минут. Спасибо, что пригласили. То, что нужно для подготовки к матчам против Саминг Юнайтед и клуба Колос. Ты круче всех! Я люблю тебя! То есть, я болею за тебя. Да ладно! Зачем? Давай, кулак, бери автограф и дуй в камеру. Биг Бо, можно тебя на пару слов, пока ты не уехал? Да, но я спе... Заключенные в восторге от тренировки. Уверен, они мечтают о такой жизни, как у вас. Быть свободными. Быть легендой. Да, мистер Бо? Наверное. Как только машина остановится, я стану свободным. Приехали, мистер Бо. Обалдеть. С возвращением, сэр. Звонил Кул Джо. Спрашивал насчет вечеринки сегодня в клубе. Форма выстирана, выглажена и готова к завтрашней игре. И утром доставили новый телевизор с диагональю 100 дюймов. Теперь вы можете смотреть каналы со всего мира, как вы и хотели. Если вам что-то понадобится, я буду у себя. А мне здесь даже нравится. А? Что? Что случилось? Привет, кулак. Что? Кто? Потише, кулак. Я не кулак. Я Биг Бо. Я сказал, заткнись, кулак, или я приду и заткну тебя сам.
Если ты будешь так себя вести, ты никогда отсюда не выберешься. Мы на стадионе Страйкерленд. Страйкеры! Страйкеры! Я верю в тебя, Биг Бо. Странно. По всем прогнозам, страйкеры должны обыграть Саминг Юнайтед. Биг Бо! Нам нужна победа, бро! Я готов, друг. Суперстрайкеры переходят в атаку. Гол! Ха-ха-ха! И Шейкс открывает счет. А ведь прошло всего 2 минуты. Зачем Биг Бо покинул свои ворота? О чем он только думает? Уверен, он знает, что делает. Это же Биг Бо! Нордшо отлично сыграл в обороне! Друг, ты чего? Суперстрайкеры снова атакуют. Гол! 2-0 в пользу страйкеров! Блок и Норт вынуждены играть за двоих. Биг Бо определенно не в форме. Один на один. Нападающий против вратаря. Гол! Саминг отыграли один мяч. Как унизительно, вратарь страйкеров пропустил гол между ног. Ай-яй, такое с Биг Бо впервые. Ну что, остаться сухим не вышло? Да. Нет. Кажется, немного вспотел. Что? Тут что-то не так. Передаю слово Бену Зеду, который расскажет нам о легендарном ветеране страйкеров Биг Бо. Бен? Раб, сегодня Биг Бо играет просто ужасно. Это не тот Биг Бо, которого мы все знаем. Забудь о нем. Может быть, потренируемся? С такой игрой вратаря Колосс запросто победит суперстрайкеров. Хотите потренироваться, парни? Давай, к нам, кулак. Кулак? Я не кулак. Докажи им, Биг Бо. Как я докажу, что я — это я? Сбей фуражку вон с того охранника. Извини, приятель. Обожаю страйкера! Может, хочешь самые крутые? Мы хотим играть, как ты! Вы правда хотите научиться играть? Да, конечно! Хорошо. Мне тоже нужно тренироваться. Я должен быть в форме, когда выйду отсюда. Выйдешь отсюда? Ну нет. Кулаку повезло. Внимание! Внимание! В следующие выходные состоится футбольный матч с университетской командой на их поле. Удачи! Университетское поле рядом со стадионом. Эй, готов, Биг Бо? Всегда готов. Колоссы играют еще жестче. Мы не готовы к игре,
но придется работать с тем, что есть. У вас есть все, что нужно для победы. Вы все суперстрайкеры. Он даже не слушает. Нет, с ним явно что-то не так. Нас ждет самый трудный матч Суперлиги. Выходные страйкеры играют с Колоссом. Матч в одно время с нашим. Биг Бо в запасе? Что? Из-за кулака суперстрайкеры точно проиграют. Мы поможем сбежать. Тогда нас ждет большая работа. Матч вот-вот начнется, и главный вопрос – сможет ли запасной вратарь страйкеров, Ноа Нардек, успешно противостоять мощному натиску колоссов? Без понятия! Но есть вратари и получше! Вперед, страйкеры! Что ж, будем надеяться, что Ноа Нардек не подведет команду! Это Бен Зет, прямой эфир со стадиона Страйкерленд. Жалко, я так хотел забить гол новому Биг Бо. Еще бы. Нардек хороший вратарь. Победить будет не так легко. Что ж, если он будет играть слишком хорошо, придется вернуть Биг Бо. Уверен, ты выйдешь сегодня на поле. А, все равно. Главное ведь победить, так? Что, Шейкс, так и будешь тут стоять? Так ты гол не забьешь, братан. Парни, по-моему, это не Биг Бо. Шейкс, ты что, спятил? Я же говорю, что-то не так. Согласен с тобой. Он сегодня и правда какой-то странный. Но сейчас не время об этом думать. Мы должны выиграть. Если будем уверенно лидировать, может, я верну тебя. Как угодно, сэр. А пока можешь снять перчатки. Нет, лучше не буду, на всякий случай. Пасуй мне! Стоп! Где кулак? У нас пропал заключенный. Кулак на свободе! Повторяю, кулак сбежал! Отличный сейф от запасного вратаря страйкеров! Пока, но Мёрдок справляется неплохо. Пора вернуть на поле Биг Бо. Оу! Нардек падает! И, похоже, оправится он не скоро. Страйкерам придется выпустить основного вратаря. Надеюсь, сегодня он сыграет лучше, чем в прошлый раз. Какой позор для суперстрайкеров!
Счет 1-0 в пользу Колосса. Колоссы увеличивают разрыв. Счет 2-0. Похоже, сегодня страйкерам победа не светит. Будем надеяться, после перерыва все будет иначе. Не знаю, что с ним случилось. Так мы ни за что не победим. Эй, Биг Бо! Отличный первый тайм. Что? Ты правда молодец. Я знал! Ты не Биг Бо! А? Ты? Я? Ты? Нет, нет, нет. Я, это я. Биг Бо! Ты вернулся! Где ты был? А кто? Стоп. Куда он делся? Некогда объяснять. Какой счет? 2-0. Ужас. Что ж, мы это исправим. Парни, как я рад, что вернулся. Тебя не было 2 минуты. Ребята, нет времени объяснять, но тот вратарь, он самозванец. Вот настоящий Биг Бо. Давайте сравняем счет. На счет 3. 1, 2, 3. Суперстрайкеры! Кажется, во время перерыва кто-то все-таки разбудил Биг Бо. Ну, наконец-то, он непобедим. И суперстрайкеры снова в игре. Страйкеры забивают свой первый мяч. О-хо-хо, на такую удочку Биг Бо точно не попадется. И страйкеры снова переходят в атаку. Мяч в воздухе. Шейкс впереди. Гол! Страйкеры сравняли счет. Первый тайм был напряженный, и суперстрайкеры явно устали. Им потребуются все силы, чтобы забить сопернику. 88-я минута. Если Биг Бо не упустит мяч, игра закончится в ничью. Невероятно! Он будто... специально отвлекает их внимание. Глазам не верю. Раста! Пасуй мне! Потрясающий удар от вратаря страйкеров. Молодец, бро! Как здорово, что ты вернулся, Биг Бо! Вот это я понимаю. Все благодаря другой команде. Они не дали мне забыть, кто я. Ну, эту историю я расскажу в другой раз. Ой, я кое-что забыл. Алло, полиция? Кажется, я знаю, где найти заключенного, который сбежал сегодня с футбольного матча. Мой план был идеальный. Как Биг Бо удалось сбежать так быстро? А это что? Не знаю. Ну, спокойной ночи, сосед.